Боже мой, он что, нас схватил, что ли? Блять, что происходит, ребята? Передача. Твою мать, он не туда передает свои данные. Привет-привет, мальчики и девочки, меня зовут Александр, я приветствую вас на игровом канале Marcus Hub Games. Давайте поиграем в классную и зачетную игру, которая называется Subnautica Below Zero, и получим массу позитива от прохождения, а обещаю много шуток, приколов и головокружительного экшена. Ну что ж, начнем это незабываемое приключение. Ну что ж, ребят, мы оказались с вами, значит, в каком-то комплексе. Я так подозреваю, это комплекс пришельцев. Пришельцев, инопланетян или, я не знаю, там каких-то подводных жителей. Черт его знает, без понятия. Ну, здесь довольно-таки прикольно. Здесь довольно-таки прикольно. Посмотрите, вообще все зелененькое, классное, все как в Матрице. И мы с вами зашли в этот комплекс. А как мы вообще сюда попали? Я, честно говоря, скажу вам так. Мы плыли и, короче, приплыли. Как в той это самой сказке, в том анекдоте. Плыли и хрен знает куда приплыли. Вот. Мы плыли и какой-то был сигнал бедствия. Вот. И что-то там мигало, что-то звенело. И мы пошли по колоннам, которые моргали. И мы приплыли вот сюда, вот в этот комплекс. Вот. Значит, мы зашли в комплекс, и с нами начал разговаривать голос. Голос, скажем так, этого комплекса. Голос комплекса или робота вот этого, или вот этого вот квадрата. Вот посмотрите, тут какой-то квадрат интересный довольно-таки. Прикольно, какой-то куб мистический. Это просто ужас. Ребят, и этот комплекс, этот куб, это вообще мистика эта вся, начала с нами разговаривать и говорить о том, что у него проблемы. Да, проблемы очень серьезные. У него, значит, кончается батарейка, вот, и ему надо куда-то передать свои данные. Вот. Но наш главный персонаж, мы играем за девушку, она сказала, что в принципе можешь передать все данные на мой планшет. Вот. И на этом в прошлой серии мы с вами закончили. Вот. Это такая была краткая история того, что произошло до этой серии в первой серии. Что ж, давайте немножко повзаимодействуем вот здесь вот с этим пультом управления, вообще очень крутым, я смотрю, здесь какие-то иероглифы, лучи света, вообще, ну, смотрите, вон прям частицы видны, офигеть, вообще бомбически. Все, давайте, ребят, нажмем на это все безобразие и посмотрим, что же у нас будет. Вот, значит, мы подготавливаем планшеты, носитель данных принят, держитесь крепче, ну, хорошо. Ладно, о боже мой, что тут происходит-то вообще? Боже мой, он что, нас схватил, что ли? Блять, что происходит, ребята? Передача, твою мать, он не туда передает свои данные. О боже, твою маковку, по ходу дела он данные передал не в планшет. Передача завершена, отлично вообще. Это вообще зашибись. Как ты себя чувствуешь? Почему твой голос звучит будто у меня в голове? Комплекс обнаружил емкость для записи в коре твоего головного мозга. Охереть! Я вообще... Я ж тебе предлагала КПК. Ты чё такой, дурачок-то? О, нет. Ваш вид воспринимает границы между кибернетическими и органическими компонентами. Мой мозг не компонент. Ты злишься? Да, конечно, я злюсь. А ты, блин, внес свои данные мне в мозг. Блин, офигеть можно. Ну и все. И у комплекса кончилась батарейка. Офигеть можно, вот это расклад. Вообще это нереально все, вот действительно, реально нереально. Блин, по ходу дела он, ребят, это я просто в шоке. По ходу дела он, короче, передал все данные мне в мозг. Офигеть, вот это да, вот такого, блин, ребят, расклада я вообще не ожидал. Давайте просканируем эту херню, блин, которая передала нам это все безобразие в мозг. Офигеть. Куб накопитель архитекторов. А, смотрите, этих пришельцев по ходу дела зовут архитекторы. Офигеть. Ладно, я уже запарился, наверное, запарил вас говорить вот это слово офигеть, так что не обращайте внимания. Ну, просто потому что я реально в шоке от этого всего. Мне просто в мозг передали какие-то данные. И еще он такой говорит, а вы что, различаете передачу хранения данных между органическими и механическими существами? Ну, конечно, мы различаем, ё-моё, ты что такой дурачок, блин, а? Ну, вообще, ну, я не знаю, надо, короче, сматываться отсюда, а то еще что-нибудь здесь произойдет, и вообще пипец полный настанет.
Так, здесь мы с вами все пособирали. Все, сваливаем отсюда нахер. Так, и что? А, это у нас еще пещера. Я, честно говоря, подумал, что это океан уже. Ладненько. Ой, смотрите, паучки здесь классные. Угу. Вообще, прикольные паучки. И что, куда он пополз, а? Офигеть. Боже, что, ему что, плохо этому паучку? Ладно, пойдемте дальше. Так, вот это, вот эти вот колонны, ребят, моргали. Когда мы, значит, заплыли хрен знает куда, ну вот, и мы увидели, значит, вот эти колонны, и по этим колоннам поплыли. Вот, когда будете играть в эту игру, так что вот ориентируйтесь по вот этим колоннам. Ладно, давайте куда-нибудь пойдем отсюда, блин. Вообще, нахрен мы сюда приплыли, вот, приплыли и, короче, как говорится, приплыли и по жопе получили. Во, вот так вот. Так, давайте нажмем троечку. Угу, карту мы уберем. Карта нам нафиг не нужна. Все, ребят, сваливаем отсюда. Нам надо куда-то наверх с вами плыть. Потому что, так, внимание, пройдена отметка в 100 метров. Ну, естественно, пройдена отметка в 100 метров. Конечно, ёпт. Потому что мы же заплыли куда-то в хрен знает какую-то дыру, блин, в жопу негра. Еще получили какую-то промывку мозгов. А вот, и еще у нас еще спрашивали, ну ты как себя нормально чувствуешь? Ну как ты думаешь, если в мозг тебе что-то всадили, как ты думаешь, нормально я себя чувствую или нет? Хе-хе-хе. Ладненько, ребят. Вообще игра зачетная, игра интересная. И вы знаете, она мне очень нравится. А знаете почему? Потому что она прикольная. В ней прикольная очень графика. Что это такое, тыква какая-то растет, вообще непонятно. Давайте эту тыкву отсканируем. Угу. И посмотрим, что это такое. Коралл полумесяц. Что-то я не помню такого коралла. Я когда в демку играл, вроде бы такого коралла не было. Угу. Вот это что, здесь какие-то запасы, припасы. Давайте глянем, посмотрим, что там. Ага, ребризер. Ого, это что такое ребризер? Я, честно говоря, даже без понятия, что такое ребризер. Вот, это отсканируем мы сейчас рабочий стол. И потом мы сможем с вами этот рабочий стол сделать. Вот так вот здесь вот и получают технологии. И вообще, ребят, надо сваливать отсюда. Потому что мы сейчас с вами сдохнем. Вот, ну чтобы не сдохнуть, надо, короче... Нам немножко кислорода из этих цветочков поиметь. Давайте поимеем немножко кислорода и посмотрим, что вот это вот такое. А, вот это вот колонна. Помните, я вам говорил, то что я поплыл по следу колонн. Блин, главное доплыть. Ну, в принципе, по идее, должны доплыть. Там 17 секунд осталось, хорошо. Там у нас вот эти рыбешки плавают, но к ним лучше не подходить, потому что они атакуют, и можно, конечно, сдохнуть. Да я плыву к поверхности, а что мне остается делать? Вот, все, доплыли мы, значит, с вами до поверхности, и это хорошо. Теперь давайте, наверное, может быть, вернемся обратно на свою базу и вообще вот это все обдумаем, что здесь вообще произошло. А вообще, вон, смотрите, схрон аварийного снаряжения. Ну, по всей видимости, нам надо туда. Но прежде чем плыть туда, давайте, наверное, подзаправимся немножко. А хотя, в принципе, можно и не подзаправляться. Вот, по идее. По идее, можно и не подзаправляться. Можно, не, я имею в виду, не подзаправляться на базе. Можно, в принципе, здесь покушать. Но покушать-то мы сможем с вами... А не сможем мы ни хрена, потому что у нас покушать ни хрена нету. Вот. Давайте половим немножечко рыбок. Вот. Немножко рыбок половим, поджарим их. И потом уже, когда уже так наедимся хорошо, поплывем вон в ту отметочку. Схрон аварийного снаряжения. И посмотрим, что же там. Вот, смотрите, вот эти мои любимые рыбки. Да иди сюда, куда ты пошел? Да блин, иди сюда. Слушай, дорогой. Иди, ох ты, блин, иди сюда. Сейчас мы рыбок с вами наловим. И что мы будем дальше делать? А дальше я вам уже говорил, что мы будем делать. Мы поплывем вот в тот хрон. Схрон аварийного снаряжения. Так, ага, все, фонарик. Я, честно говоря, уже подзабыл немножечко, что там да как. Все, батареечка у нас 60-64%. Все, мы с вами приплыли. Сейчас мы на нашем 3D принтере покушать сделаем. Это что? Короче, тут такая, значит, история. Значит, Алан вот этот вот, ну, это он, по крайней мере, так себя назвал. Ал-Ан. Ему нужен носитель. Ну вот, он, короче, умирал, и как раз тут я появился, и как раз вот этот носитель оказался я. Вообще, круто, да? Вообще, жестко, очень жестко и очень...
и круто. Одновременно жестко и круто вообще. Ребят, это вообще пипец какой-то. Вот, и этот Алан сказал, что мне надо собрать или найти подходящего носителя. И тогда Алан... Тогда Алан вылезет из моей башки и будет находиться в носителе, в другом каком-то. Ну, да, вот смотри, компоненты архитектора, вот у нас появился, ткани, ингредиент неизвестен, органы архитектора, скелет архитектора. Интересно, ребят. По ходу дела нам надо будет в этой игре собрать носитель для Алана, и Алан тогда переместится в носитель. И он вылезет из нашей башки. Так что ли получается? Слушайте, ребят, вообще интересно. Мне очень даже нравится это все. Так, ну ладно. Давайте сберегает кислород при глубоком погружении. Поглощает и вырабатывает СО2 в природный для дыхания воздух. Ну хорошо, комплекс проводов надо. Давай, комплекс проводов. Серебряная руда. Нам надо серебряная руда. Ну хорошо. Вот. Значит так, ребят, наша основная цель и миссия — это для Алана надо собрать тело, чтобы он туда переместился. Ну, по ходу дела, мы с вами будем строить здесь базу, развиваться, заниматься всякой хернёю. Но основная цель у нас — это для Алана создать тело, чтобы Алан переместился. Вот, он один из предтеч, он архитектор. Вот, ну хорошо. Ладно, это довольно-таки интересно, это все прикольно, но жрать хочется. Вот, жрать очень хочется. Давайте, значит, водички немножко сделаем. И, наверное, пожарим рыбешку. Да, пожарим рыбешку. Ну, жрать охота вообще, ужас какой-то. Вот, я вроде с утра съел пиццу, ну, блин. Но все равно еще жрать охота. Вот. Ну, это, конечно, такая шутка. Вот. Но, вы знаете, ну как шутка. Жрать всегда охота. Вот. И, может быть, это шутка, может быть, не шутка. Так, это что такое у нас? Ага, давайте отсканируем. Вот. Пища, прием пищи — это такой естественный процесс человеческий. Если человек не будет принимать пищу, ну, он просто, ну, просто погибнет и все. Так, вот, а Алан нашел выход, он, короче, вообще молодцом, он, короче, нашел тело и, короче, переселился в это тело, и у него все хорошо на самом деле, да, вообще молодцом, красава. Ну, в принципе, ему ничего не оставалось делать, у него батарейка там кончалась, а если бы он не переместился, он просто умер, вот честно говоря, вот так вот. Ну, грустная история, ну, ладно, пускай хоть посидит в нашем биологическом теле, вот, ну, главное, не умирает, чтобы, вот, потому что если бы он умер, игра бы, короче, на этом закончилась. Так, Титан, давайте это все выложим пока сюда, потому что это пока не нужно нам. Но вот эти ионные кубы, ну, 100% точно не нужны. Вот это выложим тоже. А что с моим голосом? Так, выложим все ресурсы, давайте на склад положим, потому что как бы, ну, нет смысла их держать. Вот, покушаем, да, пойдемте еще рыбочку половим. Где у нас рыбка здесь? Где моя любимая рыбка? Вот эта вот такая, ну, пузырчатая. Она мне очень-очень нравится. Ну ничего, сейчас будем охотиться за ней. Вот, так. А ну иди сюда, дорогой. Все, поймали, отлично. Вы знаете, рыбы много не делайте и много не ловите. Вот, потому что, когда вы много рыбы наловите... Это что такое было? А, это меня проглючило. Когда вы рыбы много наловите, потом прожарите, и она со временем, вот здесь вот и в игре, интересно это все сделано, она со временем, рыба протухает. То есть она меняет свои свойства. То есть, как бы, если, вот, допустим, вы рыбу сделали, пожарили ее там на принтере, на лазере, как вам удобно, вот, она такая нормальная, готова к приему пищи. А когда вы поплавали с ней, там, попрыгали, побегали, она потихонечку, эта рыба, начинает протухать. О, вообще прикольно сделали, честно говоря. Прикольно и интересно. Ну, такая выживалочка, действительно, реально. Вообще, честно говоря, если разговаривать на эту тему, то вот эта игра Subnautica, она, по моему мнению, я не знаю, экспертное мое мнение, не экспертное, но хочется верить, конечно, вот, игра эта действительно классная.
Вот реально, она действительно классная и она действительно зачетная. Вот так, смотрим. Она одна из самых классных игр выживалок, я бы так бы сказал. И вдобавок ко всему этому, она оригинальная. Вот в этой игре сюжет есть, в этой игре красивый антураж есть. Боже, это что там такое? Вот, да, да, вот реально, ребят, красивый антураж есть в этой игре, и это очень даже прикольно. Океан, ну вот скажите, какая вот игра вот есть, вот такая вот именно, чтобы где вот океан был, чтобы можно было вот так вот плавать, что тема завязанная с пришельцами была, ну нету подобной игры. А вот там вот, видите, ребят, там плавают вот эти вот обезьяны, вот эти обезьяны, которые меня бесят. Вот, вот эти вот, ну, я не знаю, млекопитающие или как, вот смотрите, вот они. Они, конечно, прикольные, но они, знаете, чем мне не нравятся? А, меня заморозили, ёпта. Что-то такое, там произошло, рыбы, вы что делаете? Давай отмораживайся, мы сейчас сдохнем. Тут, короче, есть рыбы такие, которые тебя замораживают. Блин, вот они плавают, мерзавцы. Вот вы знаете, и здесь вот такой фауны очень много. Ты вот, допустим, находишься где-нибудь на дне, плаваешь, и вот эта фауна к тебе подплыла и тебя заморозила, и ты сдох. Вот и все, очень грустно. Поэтому надо, короче, аккуратненько плавать, аккуратненько смотреть. Кто-то может стырить у вас одно, кто-то другое, кто-то третье, кто-то четвертое. Вот, поэтому, блин, вот здесь вот мир в этой игре очень разнообразный, очень. Вот здесь вот всякие пришельцы, всякие рыбы интересные. Дальше, короче, пойдут млекопитающие такие действительно большие, вот реально, они будут очень большие. Я помню, в первой части там такая тема была, там были драконы, морские драконы, они просто были громадные, ребят. Там они настолько громадные были, что я просто офигел. Там вообще вот первая часть, она тоже интересная довольно-таки. Так, давайте, ребят, вот сюда поднырнем и посмотрим, что же здесь у нас. А здесь у нас тоже какие-то аптечки. Вот, при парке какие-то. Давайте заберем. Угу. И, наверное, знаете, мы что с вами сделаем? Наверное, поднырнем вон туда. Сейчас мы выплывем и кислородика хлебнем немножко и поплывем вон в ту расщелину. Может быть, что-то там есть интересное. Все, давайте, погнали. Вот в этих местах, честно говоря, вы знаете, вот такие места я как-то нашел случайно, вот это такое место. И вот в этом месте очень много. Я здесь и золото находил, все что угодно находил. Вот, и находил очень нужные вещи, вот реально нужные вещи. Так, давайте вот это отсканируем. Это что у нас такое? Интересно посмотреть. Угу. Радужное сито. Интересно, радужное сито. Прикол. Ничего собрать нельзя здесь в этом. Яичко, может быть, вот это. Не, нифига, не, нифига. Все, давайте хлебнем кислорода и посмотрим, что же у нас здесь. Так, я вижу только соль у нас. А вот здесь что такое? Ага, здесь что-то можно отсканировать полезно. Хорошо, давайте будем сканировать. Гнездо морской обезьяны. А, это вот эти дурацкие морские обезьяны. Это их гнезда. Так, что мы с вами нашли? Фрагмент сборщика транспорта. Ну, это нужная вещь. Сборщик транспорта — это действительно реально нужная вещь. Угу. И нам, знаете, что, ребят, надо делать? Нам надо следить за кислородом. Да блин, да что тут происходит вообще? Что там за фигня вообще? Внимание, кислорода осталось очень мало. Ага, ребята, прячем. Вот эти вот морские обезьяны, они, короче, у нас стырят это все. И мне б не хотелось... О боже мой, смотрите, ребят, там и вниз уходит. Офигеть можно. Тут, короче, можно вообще по большому счету полазить и довольно-таки много интересных вещей найти. Что? Вот это что такое? Что это такое? Вообще непонятно. Давайте... А, это сборщик транспорта тоже. Ага, это что такое? Так, это тоже какая-то фигня. Сборщик транспорта. Угу. Ребят, вот нам, вот смотрите, сейчас вот главное не сдохнуть. У нас осталось 18%. Ну и чё? И где нам подзаправиться? Блин, ёбаный свет. Погнали быстрее за кислородом. Угу, всё. Взяли кислорода немножко. Да, тут, конечно, можно сдохнуть вообще на раз, я вам говорю. Если... Вот, смотрите, вот там вот эти обезьяны. Все, прячем. Ага, вот, кислород у нас еще здесь есть.
Все, давайте соберем кислород. И вот это что такое? Вообще, смотрите. Вообще прикольно. Это что такое? Корневая пустула. Вау, нифига себе. Корневая пустула. Я еще такого не видел. Вот, слушайте, мы с вами заползли вообще хрен знает куда. Мы вообще отсюда выберемся с вами? Ну, надеюсь, выберемся. А если мы, ребят, с вами не выберемся, то мы сдохнем. Вот, все довольно-таки просто и банально. Вот, давайте, наверное, включим наш вот этот грейдер и будем потихонечку выбираться из этой задницы. Вот, так, прячем. Угу. Так, смотрим. Есть ли здесь еще что-нибудь? Ну, я, по крайней мере, ничего не вижу. Это что такое? Так, медная руда. Медная руда — это хорошо. Вот, что можно еще просканировать? Что это что у нас? Тупик? Да, мы с вами, ребята, оказались в тупике. Вот, полный тупик. И давайте грейдер включим. И если что, сразу уберем его. Потому что эти обезьяны, они, короче, у нас грейдер этот украдут. И мы потом вообще отсюда не выберемся. Угу. Так, вот это вот вообще, вот это корни вот этого всего, то, что находится на поверхности. Угу, вот они, эти дурацкие мерзавцы. Но, честно говоря, вы знаете, самое интересное, что вот в этих животных они что-то находят, вот, и они это что-то приносят тебе. Вот, допустим, там что-то понравилось им, они могут подплыть тебе и подарить это тебе. Во. Они мало того, что, ну, как бы забирают, но и они еще... Это что за херня? Все, мы забрали ее. Ой, вообще непонятно. Лазерный резак. Ага, давайте отсканируем его. Возможно, пригодится. Не, лазерный резак, это полюбас, он пригодится. Угу. Но только я нашел одну часть этого лазерного резака. Блин, ребят, где кислород? Кислород. Кислорода осталось мало. Это плохо. И поэтому нам надо отсюда потихонечку сваливать. По любасу. Вот там вот, наверное, кислород у нас. Угу. Все, давайте кислорода хлебнем немножечко. Все, хлебнули кислорода. Вот, смотрите, мы с вами обнаружили сигнатуру маяка Альтера. Уникальный идентификатор. Док-станция Дельта. Хм, это что такое? Интересно, это что-то новое. Видно какие-то координаты. Так, координаты какие-то нашлись. А это что? Сборщик транспорта, давайте еще просканируем его. Ага, все. Но, смотрите, уже с этих сборщиков транспорта мне дается этот, как его, титан. Дается титан. Знаете почему? Потому что мы с вами собрали все части сборщика транспорта. Это хорошо. Сборщик транспорта — это хорошо. Потому что транспорт в этой игре — это такая довольно-таки очень важная вещь. Так, что здесь? Срок схрон аварийного снаряжения. Надвигается опасная погода. Ищите убежище. Хорошо. Найдем. Это что такое? Причал станции Дельта. Хм, интересно. Хорошо. Ладно, ребят. Погода херовая. Ну вот. Я смотрю, там и ветер. Боже мой, и гроза началась. Офигеть можно. Молнии. О, я, честно говоря, испугался. Подумал, какое-то чудовище морское. Ладно, ребят, давайте не будем пугаться. Давайте, наверное, знаете что, давайте посмотрим, что у нас там появилось нового. Вот, смотрим. Так, это что такое? Вот, смотрите, теперь мы с вами можем делать сборщик транспорта. И в сборщике транспорта можно собрать мореход. Хм, это интересно. Можно, значит, собрать мореход. И мореход — это, знаете, такая маленькая подводная лодочка. И это довольно-таки прикольная штучка. Смотрите, ингредиенты неизвестны. Ну ладно, хорошо, бог с ним. Что у нас с жрачкой? Угу, жрачка вроде нормально у нас. Нам надо, знаете что? Нам надо, наверное, вода. Надо посмотреть в инвентаре, есть у нас вода? Да, есть вода. А, слушайте, и жрачка у нас есть. Вот. Ну все, тогда мы с вами поплывем на станцию Дельта. Вот, смотрите, причал станции Дельта. Все, погнали. Включаем наш грейдер. У нас там 50%, и я думаю, мы с вами сможем доплыть до этого безобразия. Если нас никто за жопу не укусит. Если кто-то за жопу укусит, это будет грустно очень. Грустно и печально. Грусть, печаль. Вот, так что, блин, до станции Дельта далеко плыть, честно говоря. И вы знаете, в этой игре лучше не плавать ночью. Потому что ночью ты на какую-то фигню можешь наткнуться, которая тебя сожрет. Вот реально сожрет, и ты все, и ты останешься в полной попе. Ну как, ты умрешь?
Да, потеряешь часть ресурсов, но ты как бы телепортируешься на эту самую, на свою базу, вот, и начнешь с базы. Но как бы игра заново не загрузится, ты просто потеряешь часть ресурсов. Так что вот так вот. Так, давайте, ребят, посмотрим. Здесь я когда-то играл, здесь были такие подводные вулканы, и я хочу посмотреть. На тех подводных вулканах, значит, были эти... Во-во-во, ребят, смотрите, были куски серы. И вот здесь вот плавают вот эти большие уже существа. Давайте включим свет здесь и посмотрим, что здесь у нас такое. О, фрагмент морехода. Вон, смотрите, видите? Вот, давайте сканируем это все безобразие. Конечно, лучше на подводной лодке плавать. Но это по-любому. На подводной лодке плаваешь, ты как-то себя покомфортнее, честно говоря, чувствуешь. Ты чувствуешь себя, как вам сказать, более защищенно. Во, вот так вот. Ты вроде спрятался в норке. Так что вот так вот, ребят. Так, давайте здесь немножко поплаваем и посмотрим, что же у нас здесь. Ага, здесь никаких там животных нету. Потом, ох ты, блин, фу, я, честно говоря, сиранул немножко. Я подумал, это бачок какого-то монстра. Вот так же, серьезно, в этой игре, вот особенно в темнухе, когда плаваешь, блин, на что-то напоришься, блин, и просто аж это самое, так вздрагиваешь от этого всего. Серьезно вам говорю. Так что вот такая вот тема довольно-таки интересная. Ну, вот. Вы знаете, ребят, мне эта игра, знаете, за что еще нравится? За то, что она не кровожадная. Я постоянно это говорю во многих сериях своих, потому что для меня это важно. Я считаю, что слишком много насилия в играх. Вот. А игр таких действительно, которые развивает твою бошку, заставляет думать и так далее. Игры приключенческие. Вот, допустим, вот я смотрел вот недавно Лару Крофт. Вот. 13-го года. Ну, блин, ребят, ну, честно сказать, ну, в нее ж невозможно играть. Она параша полная. Вы знаете почему? Я вам объясню. Потому что она страшная. Ну, блин, ну вот ребенок будет играть в эту игру, это вообще нормально. Вот, и вот это на психику, вот эта вот всякая хрень будет ему действовать. Это нормально? Нет, это не нормально. Ладно, где-то... Ладно, хорошо, вы скажете, вот у игры рейтинг. Ну, послушайте. Ладно, где-то за границей, может быть, этим рейтингом придерживается кто-то. Но у нас-то в стране никто на эти рейтинги не смотрит. Поставил там, скачал там ребенок с торрента эту игру или еще откуда там пиратку какую-то и гамает вот эту всю лажу, это все. Ладно, ребят, это я что-то расфилософствовал. У нас задача не в этом заключается, не обсуждение кто, что и кому и почем. Нам главное выжить. Вот, смотрите, еще часть морехода нашел я. Вообще зачетно. И нам теперь надо еще одну часть найти нашего морехода. Где его взять? Ну, знаете, как вариант здесь поползть. О, смотрите, это что такое? Внизу богатый минералом расщелины. Ёбаный свет, давайте, короче, всплываем, а то мы, короче, сдохнем. Вообще, вот этот разговор по поводу, какая хорошая игра, какая плохая, это вообще разговор, отдельное видео для этого надо. О, смотрите, остров, еще один. И, так, вот, смотрите, и вот это у нас станция Дельта, по ходу дела. Да, точно. Вот, пока мы, значит, с вами не доплыли до станции Дельта, давайте вот это безобразие это отсканируем. Это мореход у нас. То есть и мы с вами уже сможем строить подводную лодку. Слушайте, это классно. Все, мы с вами нашли мореход запчасти. Так, расширенный комплект проводов. Модуль глубины прохождения морехода. Ой, нифига себе, блин. Вообще, что еще? Пластелевый слиток. О, боже мой, офигеть можно. Что же еще сейчас? Модуль глубины погружения 2. Так, короче, там что-то было. Про что-то говорили там. Какая-то расщелина там или еще не расщелина. Все, у нас, короче, все забито. Яйцо морской обезьяны. Это все, серебряная руда. Все, зачет. Так, ребят, что мы с вами будем делать? Мы с вами... Сейчас поплывем наверх. Вот, поплывем наверх. И, наверное, подзарядимся кислородом. И поплывем на станцию Дельта. И посмотрим, что же у нас на станции Дельта. Так, вот этих чудовищ нету этих еще. Слушайте, здесь рыба есть одна такая. О, смотрите, рачок. Вау, привет, рачок. Ты что тут делаешь? Как дела? Давай я тебя отсканирую. Во, все, мы сканируем рачка.
Вот, наконец-то хоть какое-то животное появилось, млекопитающее. Ага. Камнедробитель. Вау, нифига себе. Камнедробитель. Так, привет. Надеюсь, он не будет на меня нападать, этот камнедробитель. Все, ладно, погнали. Вот. Так, ну вообще, смотрите, здесь довольно-таки шикарно сделано, вот эти вулканы. Там было какое-то предупреждение об расщелине. Вот, смотрите, вот начинается. О, привет, чувак. Все, короче, я сваливаю. Ах ты, блин, ёпаный свет. Он что, подранил меня? Вот засранец, вон, смотрите, а. Подранил немножко. Но это еще не самое маленькое существо. Так что, ребят, вы не расслабляйтесь особо. Там будет такая рыба здоровая. Я когда первый раз увидел эту рыбу, я ж обосрался от этого всего. Вот, все, ребят, мы прибыли с вами на станцию. Радиомаячок. Ага, все, отлично. Радиомаяк. Так, ну хорошо. Это радиомаяк будет у нас, значит, станции Дельта. Ну, бог с ним, ладно. Вот, что здесь у нас? Давайте смотреть, что за станция. Есть ли люди на этой станции? Вообще непонятно. Вот. Что тут у нас? Водичку мы сейчас попьем и вот эту водичку заберем. Угу. Все, здесь а что у нас? Сканировать что-то можно? Ага. Причал станции Дельта. Это что такое? Какая-то торговый автомат, кофейный торговый автомат. Интересно. Кофейный торговый автомат. Ну хорошо, ладно, пускай будет так. Кофейный торговый автомат. Бог с ним. Это что такое? Светодиодный фонарь. Ну хорошо. Слушайте, здесь вообще можно все сканировать. Осветительная мачта. Вообще зачет. Слушайте, мы сейчас здесь все нахер отсканируем. Вот. И в принципе можем уже сами тогда строить. И построим с вами очень зачетную базу. Вот, и будем потихонечку развиваться. Да, вот это класс будет. Угу, все. Это отсканировать. Что еще можно отсканировать? Или все, больше ничего нельзя отсканировать? Да, по ходу дела, ребят, все, больше ничего нельзя отсканировать. Это грустно. Это очень грустно и печально. Вот, это можно сканировать. Так, радиомаяк. О, смотрите. Блин, ёпаный свет, мы с вами мерзнем. Ё-моё, куда бежать? Вон, смотрите, там пещера. Сейчас мы сдохнем с вами. Вообще, это героически сдохнем. Все, вот, к этим цветкам. Они, короче, излучают тепло. Отлично, сейчас разогреемся. Все, классненько. Так, ребят, фу, чуть не сдохли. Это что такое? Это что такое? Инвентарь полон. Это медная руда. Блин, надо бы выложить это было все. Ну, а я, короче, вот это втупил. Давайте пожрем. Ага, все, пожрали. Так, это у нас медная руда. Ну, медная руда нам пока не надо. Вот. Здесь, а знаете, что классно в игре? Здесь ты мерзнешь. О, вот это прикольно сделали. То есть здесь холод, и потихонечку ты начинаешь мерзнуть, когда холодно. Мерзнешь, мерзнешь, и можно помереть от этого всего. О, смотрите, это что такое? А, это вот эти существа эти. Слушай, привет. Давайте отсканирую. Давай, двигай, не двигайся. Ну, стой нормально. Все, молодец. Вот, короче, мужик вообще зачетный. Он постоял, я его отсканировал, и это классно. Вот, и это что такое? Что за фигня? Кристаллическая сера. Ага, так. И вот еще кристаллическая сера. Давайте что-то выкинем, которое нафиг не нужно. Ну как, титан нужен, но все равно. Кристаллическая сера, она более такой редкий экземпляр ресурса. Он не везде валяется. Слушайте, смотрите, ребят там вообще парятся, до солнца греются. Слушайте, о, блин, нифига себе, у них рот. Офигеть можно. Ага. Станция Дельта, смотрите, там вышка, там работает вот эта рация. О, прикольно. Ладно, короче, давайте пойдемте наверх и посмотрим, что там да как. Слушайте, здесь вообще, тут побродить можно, походить, и здесь вообще довольно-таки зачетно. Давайте доберемся до станции Дельта и посмотрим, что же у нас там на станции Дельта происходит. Вообще, станция рабочая, не рабочая. Ага, это здесь пингвины эти еще. Угу, а здесь что у нас такое? Давайте чуток погреемся. О, давайте цветок этот отсканируем. Жар лилии. О, офигеть, можно. Название довольно-таки прикольно. Так, это нож. Это... Опа-на, ребята, это что такое? Давайте отсканируем артефакт архитекторов. Угу. Все, отлично. Установка анализа материи. Ну хорошо, давайте посмотрим. Установка анализа материи. Это что такое? Мы что, можем это делать, что ли? Или как? Установка анализа материи. Ну, не знаю. Что-то отсканировал, а куда, что.
Ну ладно, бог с ним. Не будем, короче, зацикливаться на этом всем безобразии. Установка так установка, бог с ним. Так, что вот это у нас такое? Орех подковника. О, пока прочитал, чуть не охренел от этого всего названия. Орех подковника. Ладно, хорошо, пускай это будет орех подковника. Бог с ним. Ребят, давайте отсюда выбираться. Вот. И мы, наверное, пойдем на базу, потому что я искал проход, заход на базу и что-то прибрел. Вообще, вот есть вообще такое слово «прибрел»? Но, по ходу дела, такого слова нету «прибрел». По ходу дела, это слово я сам придумал. Но ничего страшного, русский язык могучий, великий, надо расширять. По ходу дела, я прибрел не в то место. Угу. Ладненько, давайте прибредем сюда немножечко. Ой, блядь, какую-то херню несу, вот честное слово, прям с утра, ё-моё. Давайте, короче, наверх поднимемся, потому что наша основная задача, надо на эту станцию туда нахрен забраться. О, смотрите, вообще прикольное растение, давайте тоже его отсканируем. Вот, ну вот эти вот сканирования, ребят, нам, конечно, ничего не дают особо. Ну, как, мы, допустим, сканируем вот эту всю живность и... Для, ну как вам сказать правильно, для общего развития, вот, для понимания флоры и фауны и так далее, Вот, ты это все записываешь в журнал. Ну, а так, по сути, я вам честно скажу, это ничего абсолютно не дает. Ну, интересно, конечно, поизучать это, посмотреть, почитать, что да как. Вообще, интересно здесь сделано вообще в этой игре вот эта флора и фауна. Она довольно-таки прикольная, но чем-то перекликается, конечно, с нашей, скажем так, земной флорой и фауной. Вот. И мне, знаете, что нравится? Здесь флора и фауна, она такая... Она прикольная, вот, действительно прикольная. И она чем-то напоминает мне такие рассказы про научную фантастику. Вот, не злостную какую-то научную фантастику, а именно такую интересную, познавательную научную фантастику. Так что вот так вот. Вот так, мы с вами прибрели сюда. Но это новое слово я придумал, прибрел. Вот, так, хорошо. Но это слово я буду, конечно, применять только в игре, вот в этой, субнаутика. Ну, это же научное слово, И будем применять это слово только в игре, в этой, которая называется субнаутика Below Zero. Ну, хорошо, что здесь у нас? Тут у нас какая-то херня непонятная. Все, давайте пособираем немножечко серы. А мне кажется, мы уже опять забили наш рюкзак всякой хернёю, да? Да. Опять титан, опять еще что-то. Ну, короче, непонятно. Вообще непонятно, что здесь происходит. Все, ребят, давайте поднимемся наверх. Угу. Оп. Опа-на, я не понял, это что такое? А ну стоять, альтерянка, ты перешла границы. Я не из альтеры. Опа-на, тогда твое положение вдвойне шаткое. Что вы имеете в виду? Если ты говоришь правду, значит ты спятила. Если ты лжешь, то ты поплатишься. Ага. Офигеть, это что вообще было? Это кто? Держись подальше от моей территории. Ну, короче, ребят, суть такая. Алан, ну вот этот вот, ну как вам сказать, последний из предтеч. Ух ты, нихера себе, даже на русском языке написано. Алан, последний из предтеч, вот, последний архитектор, подавал сигналы бедствия. Да, я так понимаю, да. Он подавал сигналы бедствия, а эта женщина, ну, как он ее называет, она вообще даже не отреагировала на сигналы его бедствия. Вот, и поэтому он очень, значит, так сильно... Не очень хорошо о ней отзывается, скажем так. Но мы, значит, отследили с вами последние координаты местонахождения этой женщины. И, наверное, пойдем туда. Вот, в поисках, что там за женщина, зачем, почему, откуда она вообще взялась. Вот, хорошо, ребят, что здесь у нас? Ну, альтера, вторжение пришельцев, скорее вторжение жуликов. Ага, ну, короче, непонятно. Короче, эта база, я так понимаю, она заброшенная. Заброшенная база. Вот, а что вот здесь вот? Короче, это что, карта какая-то вообще непонятная? Слушайте, интересно, да? Хм, да, прикольно. Здесь вот какие-то точки отметены. Я первый раз, короче, в игре вижу карту. А где мы находимся? Вот, по ходу дела мы с вами вот здесь находимся. Здесь вот что-то, смотрите, вот здесь что-то. И вот здесь что-то. Хм, это довольно-таки интересно. Альтера Мап. Угу, карта Альтеры.
Ну ладненько, ребят, я тут смотрю, здесь можно все подряд сканировать, и это есть good. Вот, у нас, значит, здесь все заполнено, это что такое? Отложение соли, нафиг, давайте выкинем пока отложение соли. Вот, и возьмем, наверное, вот этот пузыречек, это будет лучше, потому что это пузыречек с водой. Вот, и походу здесь вообще какое-то безобразие случилось. Слушайте, смотрите, какие небольшие эти куски. Как они вообще у меня в кармане поместились? Офигеть можно. Так, ребят. В общем, игра довольно-таки классная, игра зачетная. Давайте наше приключение продолжим уже в следующей серии. Потому что здесь на базе у нас... Да что такое? Чего я не могу пройти-то, а? Блин, куски здоровые. Вот, на базе у нас настала ночь. Блин, смотрите, как охеренно. Вообще зачет. Графика в игре вообще зачетная. Смотрите, снег, блин, как настоящий. Вообще. В общем, ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Вот. А мы продолжим играть в эту классную игру уже в следующей серии. Всем пока-пока.